Тут нужно сказать добро пожаловать в Titanfall. Я не знаю, почему трейлер нам не перевели, но с вами Джейсон, это канал Trumania Games, и сегодня мы с вами будем смотреть на вышедший хит от Respawn Entertainment. Ребята, которые сделали нам Call of Duty Modern Warfare 2, одна из лучших, я считаю, 3D-экшенов, сотворил нам новый экшен, динамичный, сумасшедший и зрелищный. Игруха Titanfall, в которой мы будем управлять пилотами и огромными боевыми машинами. В игре есть компания, я думаю ее как раз и посмотреть, потому что по мультиплееру я устраивал небольшой стримчик пробный, скажем так, и он не вызвал интереса, так что проще мне будет загрузить ролик. В игре есть компания, но она представляет собой те же мультиплеерные бои, только с ботами. Ну, давайте посмотрим, что нам тут готовы предоставить. Хотя куда-то нас соединяет, и, видимо, даже находит нам реальных игроков. То есть мы будем играть в команде против другой команды. Не очень понятно тогда, в чем тогда заключается компания. Будет ли нам демонстрироваться какие-то ролики или что-то подобное. Тут уже, поскольку я немного поиграл, доступны мои классы, созданные. Паш, говорит Биш. О, кто-то заговорил. Часов утра генерал Андерсон скончался от полученных ран. Все флоты в секторе в нескольких прыжках от нас. Короче, мы сами по себе, как были всегда. Оставшегося на наших кораблях топлива не хватит и на 2 часа. Выбор у нас небогатый. Или мы найдем здесь топливо, или просто вымрем. Сара, зачитай донесение. Все источники топлива под контролем АМС и хорошо укреплены. Наша цель — удаленный уголок системы Юма. Там у нас будет время для рейда. Пилоты Титанов, пока флот будет заправляться, займитесь ПВО. Ребята, давайте поднатужимся. На нашей стороне эффект неожиданности, но это ненадолго. Удачи! Конец связи. То есть нам как бы представляют захват опорных пунктов, мультиплеерный режим, и конкретизируют задачу перед нами, что нужно сделать, якобы пока флот будет заправляться, а мы должны заняться ПВО и, возможно, отвоевать точки заправки. Может быть, в этом состоит наша цель. И лобби собиралось очень долго, 90 секунд, но тем не менее... Как мы видим, в основном начинающие игроки, видимо, те, кто первый раз запустил игру и решил посмотреть, что же за компания, решил как-то ознакомиться с этой игрой. Ну, в принципе, как и зритель нашего канала. Но это будет любопытно. А если мы проиграем, то что? Это как-то повлияет на компанию? Просто нам разрешат переиграть этот уровень? Не очень понятно. Ну ладно, сейчас посмотрим. Поскольку играют новички, может быть, удастся их одолеть. Хотя тут такие новички, что я уже в мультиплеере насмотрелся на игроков различного рода.
И был немножко удивлен, скажем так. То ли я постарел, то ли люди как-то через одного пошли проигроки. Неужели все матерые волки перекинулись в этот новый 3D экшен? Так точно, Фантом 1. Цель рейд. Налет Фантом с 1 теперь спидстопом. на основной ТП доложите. Второй ждет приказа. Да, какой-то ролик нам демонстрируют даже. Фантом 7 свечи. Начать подготовку к прыжку. Прыжок через 3, 2, 1. Прыжок! На самом деле... За нами. Эх, ладно, большей части буду перебивать. Топлива на исходе. Выбора нет, сейчас или никогда. Нам нужно это топливо, иначе всему конец. Вот верит в вас. Пошли, пошли! Да, детка. Блин, ребята. Вообще могли бы придумать неплохой сценарий, смоделировать уровни для синглплеера, и тогда бы могла получиться очень классная игра и в плане Итак, командир, это операция компании. По пунктам. Возьми под контроль как можно больше пунктов и подключи меня. Да-да, а мы поняли. Нихрена себе, там уже титаны. Мы захватываем Браво! Так, приятель, ты приближаешься к Браво. Остерегайся противников. От сучка. Я же говорю, не все так просто здесь. Не все так просто. Мы можем еще и проиграть. Ё-моё-то, надо валить. Спокойно. Если титан управляется... Я не знаю, кем он управляется. А сейчас, мне кажется, он управляется все-таки... Неужели игроком? Не надо топтаться тут. Да, он управлялся игроком. Это охренеть. Ты не обалдел ли? Чарли, атакую. Я пойду на Альфу. Все топливные системы отключены, а все турели заработали. Это охренеть. Это не есть хорошо и не есть правильно. Лады. Они, значит, уже в титанах сидят. А мы ни хрена, значит. Командир, давай к пункту. Подключи меня к системе. Турели мои. Пилоты. Сейчас мы немного выступаем противнику, но время на то, чтобы... Сейчас приземлится мой титан. И сейчас я дам им прикурить, ёп. Как бы... А, да ничего себе. Не охренел ли ты там? Ну вот, расхерачили мне. Я не понимаю, что тут делает наша команда. Наша команда, видимо, не делает совсем ни хера. Какого хера они уже в титанах? Я вот этого не пойму. Сразу катапультировался. Надо идти на С. Может, крикнуть им? Я иду, иду на Чарли, да, детка? Так.
Так, где терминал-то сам? Готовность титана через 15. Хорошо, я здесь. Я активирую сеть ПВО. Это боты. У нас еще есть время наверстать упущенное. И боты не хотят умирать. Я деактивировал фразу «Пусть на чарте». Задействую систему подачи топлива. Слом топливной системы завершен на 50%. А, блядь. Хорошо, Чарли под контролем. Что ж такие тупицы-то? Что, ни у кого нет титанов? А это был пилот. Я побежал сучки. Иди сюда. А чё вы не дохнете-то, ё-моё. Внимание, рекомендовано восстановление. Приятель, опорный пункт Чарли подвергся атаке. Направляйся к нему. Внимание, перегрузка основного реактора. Это я катапультирую, Саша, от бога просто. Просто от бога. Куда-то в потолок я катапультировался. Я охереваю, ладно. Так, снаряжение пилот. Здесь это все не подходит. Здесь нам нужен скорее вот этот парень. Так, мы захватываем Альфу. Очень любопытно. Вот ты, конечно, меня раздавил, ты мега крут, ёпта. У меня команда просто обосраться. Да не может быть, ты просто бог этой игры, ёб твою мать. Я пошел на Б. Да пошел ты в задницу. Кажется, вышел. Нет, не вышел. Поражение, молодцы. Красавцы. А почему лохи всегда играют за мою команду? Куда же ты, родной? Что ж, флот получил достаточно топлива, чтобы протянуть еще месяц. Внизу был полный хаос, бишь. Наша тактика никуда не годится. Сара, готов. У нас нет опыта командования войском такого размера. Да. Конечно. 100 метров. Улетел, суки. Супер. Да уж, команда от бога. Так, это мы просрали, но как бы на этом кампания не заканчивается, мы продолжаем, и причем тем же составом. Если в противоположной команде есть 13 уровень, 24, 17, 11, то у нас только 2 15 и все. Рейде, прихватив топливо еще на месяц. По данным тактических компьютеров, операция прошла успешно. Только негоже расплачиваться жизнями людей за топливо.
Напротив, нам нужно завербовать как можно больше народу любым способом. Сара? 2 часа назад мы получили сигнал. Эй, небольшая колония! Это еще что за фигня? Сигнал из необитаемого сектора. На картах там нет никакой колонии. Не исключаю, что АМС хотят заманить нас, поэтому сначала на разведку отправитесь вы. Если это поселенцы, им нужно помочь. Глядишь, и заручимся их поддержкой. Удачи вам, пилоты. Конец связи. Ну дай бог нам удачи, конечно. Бойное истребление — это тупо ТДМ. Надо отбить колонию, значит. Но я думаю, у нас нет шансов. Ну, чем черт не шутит? Может быть, удастся? Сейчас посмотрим. В принципе, в этой игре карты все небольшого размера, что влияет на бешеную динамику игры. Здесь особо не разгуляешься. Куда ни приди, везде упрешься в противника. Если не в настоящего, то в бота уж точно. Боты ходят командами, но особой опасности не представляют. Бедствие получен 4 часа назад. Так, первое отделение на месте. Они проверят координаты сигнала. Ответьте 3-2. Что там рядом с башней? Башня выглядит заброшенной. На улицах мертвые колонисты. Выживших не наблюдаю. Ясно. Пилоты, посмотрим, что тут. Рассредоточьтесь. Встреча у южных ворот. Будьте осторожны. Да хер ли тут смотреть? Надо гасить все, что движется. Эй, у меня тут кто-то шевелит. У меня тут аж шаволится тут. Странно. Нет вражеских. Опа, вот это упал так упал. Куда ты? И меня нахер порвали. Просто порвали. Займись журналом аварийного маяка. Я хочу знать, что здесь произошло. Да ты что, прикалываешься, что ли? Что за супер дробовик у меня такой? А, тут свои, что ли? Интересно, что они там хотят найти. Это все боты. Ну куда же ты, детка, стой. Готов. Где-то у меня за спиной еще там кто-то. Ботов, я просто гроза ботов. Готов. Ай-яй-яй, нехорошо. Заправляемся. Залезаем внутрь. Там до хера умный, что ли? Да пошел ты в жопу! Я забыл, на какую кнопку у меня катапультирование. Готов. Да. Готов. Внимание, готов. Спокойно. Блин, а почему нельзя за кибергов поиграть? Гася, спектр так может?
Спектр использует... Использует и противотитановое оружие, ракетницы, все дела, блин. Тут мне там в жопу стреляет. Из-под какого? А, вон он, ёп. Куда ты? Далеко собрался-то? Скотина! Ха-ха-ха! Съешь! Съешь это, детка! Допустим. Допустим. Готов. Я узнаю этот голос. Слышал его где-то раньше. Проведу анализ голоса, на этом будет еще немного времени. Но я катапультируюсь, но ни хера не происходит. А он катапультируется вполне себе нормально. Нихера себе. Ну-ка, ну-ка, а повтор не показывается, да? В компании почему-то повтор не показывается. Непонятно почему. А мне было бы любопытно. А, в защитном поле, да, у него же защитное поле. Нельзя вторгаться, когда... Когда титан в защитном поле, и это вас уничтожит. Не повторяйте моих ошибок. Главное не просрать. Пошли вы в жопу. Да, конечно, да, блядь, хреново армия высадила с этих ботов. И ему, значит, засчитали фраг. Так, наш титан готов к твердой обороне. Готов. Но АМС не отстает. Держитесь. Да-да, офигел, что ли. Ну, смотрите, какие боты надоедливые. Кто там меня стреляет? Готов. Мы надрали им зад, да, детка. Я уже почти определил местонахождение выживших. ЭВК-пункт их не опускать. Им нельзя позволить эвакуироваться, им нельзя позволить покинуть это поле боя. Кто бы ни были, назовите себя. Да какая разница, кто это? Они пытались выследить вас, но почему-то нашли нас, долбанное ополчение. Мы не хотели вашей войны, так вы принесли ее в наш дом. Устроили резню мирных жителей. Мы откликнулись на ваш сигнал бедствия. Повторяю, назовите себя. Куда же ты? А ну иди сюда. Зацепил! Ну как? Как он зацепил же он меня, скотина. Подождите, в чистоте подключилось командование АМС. Ну ладно, мы победили в любом случае. Ну что ж, 1-1, в принципе, неплохо и справедливо. Может, состав моей команды поменялся? Да нет, вроде бы. Все остается по-прежнему. Ну, видимо, ребята поняли, что... А, в принципе, чего они поняли? Они просто поняли, что надо убить вражеского противника, и все. Убито пилотов 9. Убито титанов 2.
смертей 7, но очков почему-то дали как-то мало, потому что народ там настрелял еще ботов себе целую кучу. В общем, вот так вот выглядит Titanfall. Довольно прикольный экшен, очень динамичный, очень зрелищный. Ну, не знаю, как быстро он надоест, пока вроде не надоел. А с вами был Джейсон, но мы еще продолжим в следующей части.